Всем огромный привет! Сегодня готовлю невероятно вкусный, пышный яблочный кекс. Готовлю я такой кекс к чаю достаточно часто, потому что рецепт очень простой и быстрый. В кефире гасим соду. Добавляем сахар, яйца, растительное масло, растопленное, но остывшее сливочное масло. И все хорошо перемешиваем. В муку добавляем щепотку соли и соединяем сухие ингредиенты с жидкими. По желанию можно взбить миксером. Яблоки моем и нарезаем дольками. По желанию их можно очистить. Дно формы, в которой будем выпекать, устилаем пергаментной бумагой и смазываем всю форму растительным маслом. Диаметр моей формы 24 сантиметра. Вливаем в форму половину теста. Сверху укладываем яблоки. И закрываем тестом. Отправляем в разогретую духовку до 180 градусов на 50-55 минут. Проверять готовность будем деревянной шпажкой. Кекс готов, он остыл, и теперь снимаем форму. Посмотрите, какой пышный и воздушный получается кекс. И по вкусу он очень нежный. Как вы поняли, рецепт очень простой. Пробуйте, готовьте, уверена, что вы обязательно отложите его у себя в копилочку. Ну а я, как всегда, буду желать вам приятного аппетита. Спасибо, что были со мной. Подписывайтесь на мой канал, если еще не подписаны. И обязательно нажимайте на колокольчик, чтобы не пропускать новые видео. Ну и всем пока-пока!